Девочки, девочки, очень-очень срочно. Вы подругу мою не видели? Нет, не видели. А как она выглядит? Ну, она такая смешная, интересная. Это, конечно, здорово, что смешная и интересна. А ты можешь описать ее внешность? Какие у нее волосы? Какой рост? Ну, она такая, меня повыше, а волосы у нее коротенькие и темные. Не, я такой не видела. Сходи дальше, спроси, может, другие куколки видели твою подругу? Ух ты, девочки, а чьи это такие светлые длинные волосы? Ого, какие шикарные длинные волосы! Я тоже такие хочу! Я думала, у меня самые-самые длинные в нашем городе. Оказывается, нет. Девочки, девочки и малыши, вы подругу мою не видели? Нет, не видели. А кто у тебя подруга? Как ее зовут? Как она выглядит? Ну, она такая, меня чуть-чуть повыше, у нее короткие темные волосы. Нет, мы такой не видели. Эх, и куда же она подевалась? Она нашего города совсем не знает. Обещала приехать сегодня в гости. Неужели обманула? Ой, ну не расстраивайся, найдетесь. Вон, спроси у Lol Hair Coils. Может, она знает что-нибудь. Тук-тук-тук. Подругу мою не видели? Нет, я сегодня никого. Ой, не видела, я вообще еще сплю. Тук-тук-тук. Здравствуйте. Вы подругу мою не видели? Нет, я никого не видела, я из дома сегодня не выходила. Эх. Ой, а может мне фонарик сигнальный включить и ее здесь подождать? Она увидит фонарь и сюда придет. Вот. Буду здесь ждать до самого вечера. Надеюсь, она меня найдет. А кто это? У нас что, в городе новенькая? Может, это подруга Jet Set? Ой, нет, у этой длинные светлые волосы. А у ее подруги, она сказала, короткие и темные. Незнакомка какая-то. Ну да, не подходит под описание ее подруги. Ваф, ваф, ваф. Ну и что мы гавкаем? А? Среди бела дня. Гулять хочешь? Ваф, 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 ваф. Ты хочешь, чтобы я подошла к окну? А что там? Ух ты, там какая-то незнакомка с собачкой. А, так ты хочешь подружиться? Ну сейчас я докрашусь и пойдем на улицу. Ваф, ваф, ваф. Ну сейчас, сейчас, не расстраивайся, они были где-то тут, где-то рядом. Ой, привет, девочка, какая у тебя смешная собачка. Ваф, ваф, ваф. Ой, привет, девочка! Ой, наконец-то мы вас нашли! Моя собачка очень хотела познакомиться с вашей. А как тебя зовут? Меня зовут Кейт. Я приехала к вам в гости к подруге, но нигде не могу ее найти. Дома ее нет. Полгорода обошла, но нигде ее нет. Подругу? Ну не знаю, я об этом ничего не слышала. Ой, Jet Set, что-то случилось? Ой, единорожка, я надеюсь, ничего не случилось, но я потеряла свою подругу, нигде не могу найти. Угости меня, пожалуйста, водичкой, я тут уже целый час стою. Подругу? Вот беда. Ну да. Фонарик привлечет ее внимание, и, возможно, она сюда подойдет. Держи воду. А я пойду себе еще куплю. Девочки, привет! Ой, Пранкста, а кто это с тобой? Я Кейт, я ищу свою подругу, нигде не могу найти. Вы ее случайно не видели? Такая пониже меня, любит розовый цвет и розовые волосы, как и я, а? А ее случайно не Jet Set зовут? Да-да-да, Jet Set, ты ее знаешь? Помоги мне, пожалуйста, я уже устала ее искать. Куда запропастилась? Я же ей отправляла письмо, что я сегодня приеду, а она куда-то исчезла. Не хочет меня видеть, что ли? Так вот она, подруга Jet Set. Но она совсем не такая, как она о ней рассказывала. Jet Set, Jet Set, выключай фонарь, я нашла твою подругу Кейт. Бежим скорее.
Ой, да? А она обо мне вам уже рассказывала? Интересно, а что? Ура! Кэт нашлась! Кэт, я тут! Кэт! О, Кэт! Откуда у тебя такие шикарные волосы? Ничего себе! Да и подросла ты, я смотрю. В 2 раза меня выше стала. Ты что, морковку одну ешь? А, Кэт, признавайся, я тоже хочу так вырасти. Джет Сет, это что, и есть твоя подруга Кейт? Да-да, только я Кэт. Ну ее-то мы еще с утра у бассейна видели. Но ты же нам сказала, что у нее короткие и темные волосы. А у Кэт длиннющие, светлющие и розовющие. Да и повыше она тебя не чуть-чуть, а в 2 раза. Девочки, да я сама не знала, что она теперь так прекрасно выглядит. Когда я видела ее в последний раз, она была чуть-чуть меня повыше, с короткими и темными волосами. Все так, как я вам и говорила. Поэтому никто и не смог мне подсказать, где моя подруга, а все ее видели. Джет Сет, и сколько же мы с тобой не виделись? Нужно было хотя бы фотографию тебе послать, чтобы ты меня сразу узнала и девочкам рассказала. Вот что значит искать по неправильному описанию. Ай, все ноги себе стоптала. Ну что, Джет Сет, пригласишь домой? Кэт, ну конечно, что ты такое говоришь? Я тебя с утра жду. Девочки, а пойдемте все ко мне. Устроим чаепитие в честь приезда моей подруги. Ну что, ребята, вот так я оказалась в Лолтауне. А вам как больше нравится, когда у девочек длинные волосы или когда короткие? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно. Я раньше любила короткие, и была у меня короткая стрижка с темными волосами. А потом я подросла и захотела себе длинные-длинные волосы, светлые и розовые. Поэтому подруга меня не узнала. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Привет, друзья, девочки и мальчики. Сегодня у нас вот такой сюрприз. Куколки Hair Dorables. Сейчас мы посмотрим. Нам обещают 11 сюрпризов внутри. И мы не знаем, что там за куколка. Знаем, что там их 36 в коллекции. Итак, pull to open. Открывать здесь. Опа, мы открыли. И теперь самое интересное. Ух ты! Тут такая сцена, что ли, да? Смотрите. Hair Dorable. Так, давайте ее так отогнем, а то она... Во! Вот такая у нас получилась сцена, интересно. А это что у нас? Это у нас коллекция всех куколок. Все куколки с волосами. С разноцветными, с длинными. Ого! Какая большая коллекция. Интересно, какая же из куколок нам попадется? Давайте быстрее откроем. И узнаем. Так, или сначала откроем сюрпризы. Вот здесь, наверное, куколка. А здесь вот такие вот сюрпризики, смотрите. Опа, какой-то ящичек там. Как его оттуда достать? О, во. Вот такая вот ванночка какая-то, смотрите. Here we go. Так, давайте откроем. Ух ты, а там вот такая вот расчесочка, такой гребешок даже, наверное, заколочка. И вот такие вот наклеечки. Так, откроем следующую дверцу. И там опять такой, опа, такой сюрпризик. You go girl, что дословно переводится «ты скручиваешься». Куда мы будем скручиваться? Очень интересно. Так. Ух ты, а здесь, смотрите, опять такие вот... Ой, это, по-моему, телефончик, да? Это телефончик и... 1, 2, 3. Ага. С помощью 3 движений
эта наклеечка превращается в телефончик. Прикольно. О, ух ты, какие тапочки здоровские, смотрите. С бомбонами. С разных сторон, а такие бомбончики. Смотрите, какие кроссовки. Я даже тоже себе такие хочу. Прикольные. Так. Откроем еще один сюрпризик. Ой. Что-то пошло не так. Во. Your style. Давайте посмотрим, что там. Ух ты, вот такая кепочка беленькая, сердечко. Здорово. Так, у нас есть наикрутейшие кроссовочки. Такой вот козырек. Кепочка-козырек. И вот такая вот наклеечка. С каким-то кодом. Хэштег. Такая вот наклеечка с таким хэштегом. Угу, какой-то код, по-моему. Ладно, посмотрим. Так, и самый большой сюрприз. Это вот такой большущий сюрпризище. Ух ты, ну что, давайте откроем его. Что же там? Это кто? Собачка на поводке. Ребята, не ошибаюсь, собачка, а то у меня бывает путаются домашние животные. Особенно Лол, кошечки с собачками. Здорово, смотрите. Аф-аф-аф. Такая крутая собачка. Так, и тут опять наклеечка. И вот с таким вот кодом. И хэштег такой. Так, ну что, очень интересненько. У какой же нашей волосатой куколки вот такая вот крутая собачка. И интереснейшие аксессуары. Так, а как? Так, стоп, open me last. Ну, по-моему, уже пора, да? Больше же ничего нет. Ну все, пора тебе открывать, куколка. Ух ты. О, это ее шкаф. Смотрите, как тут все здорово придумано. Это будет такой комодик, получается, да, у нее шкафчик. Комодик и вот такая вот комната. А вот она наша. Ой, а как? Смотрите, здесь вот такие шикарные волосы. Они светлые и с розовым. Но куколку отсюда не достать. Видим только волосы. Так, ну ладно. Пойдем по правильному пути. И откроем ее с этой стороны. А так. О, все там пусто. Такая куколка смешная, смотрите. Она такая ушастенькая. Глазастенькая. И волосастенькая. Такие волосы шикарнейшие. Тут они прям мутаны-замутаны. Вот тут хвост, а тут сверху еще такие штуки. Еще два хвоста. Здорово. Так, давайте оденем ей шикарные ботиночки. Ну вот, и дадим ей собачку. Итак, как же зовут нашу куколку? Давайте ее искать. Она со светлыми и розовыми волосами. Ага, в кепке. Мы забыли одеть кепку. Вот она. Наша куколка с табачкой. Итак, ребята, у нашей Кэт любимый цвет желтой канарейки. Кличка собаки Dog Whispering. И девиз «Все возможно». Такая вот жизнерадостная куколка с таким девизом. Так что, ребята, все возможно.